Поскольку я говорил о том, что 12-й бхава – это мытью бхава, это бхава смерти. И мы начнем с этого. Когда Шани, который в свою очередь является граха, который курирует смерть в значительной степени, когда соединяются эти энергии, что это будет означать? Это будет означать увеличение смертности. Вы уже, наверное, обратили внимание, что во всем мире в последнее время по понятным причинам смертность резко увеличилась. Но еще большее увеличение смертности будет приходиться вот на этот период с февраля 2023 года по апрель 2025 года. То есть те люди, которые находятся в таком пограничном состоянии, скорее всего, этот период будет для них последним. А 12-й бхава Калапуруши Мина, раз уж мы заговорили о здоровье, это бхава, который связан с болезнями, болезнями, которые приводят к госпитализации. Поэтому в этом периоде резко увеличивается заболеваемость людей и увеличится количество людей, находящихся в больницах. Причем Шани курирует тяжелые болезни, тяжелые хронические болезни или же какие-то болезни, которые развиваются, как ни странно, стремительно, очень быстро. Или же очень быстрое развитие болезни. Поэтому для всех людей без исключения это будет период, когда нужно будет обращать повышенное внимание своему здоровью, уделять внимание своему здоровью. И прежде всего диете, потому что, находясь в мини, своим третьим дришти, он будет аспектировать амришабха. Амришабха – это второй бхава Кала Пурша. И амришабха курирует все, что идет через рот. То есть наступает момент истины в плане диеты. То есть диета имеет исключительно важное значение для жизни человека. Мы представляем из себя то, что мы едим, говорит Аюрведа. Вот. И все нарушения в диете, которые совершают люди, все эти нарушения так или иначе будут способствовать увеличению заболеваемости людей и вплоть до летального исхода. То есть все то, что идет через рот, будет иметь огромное значение для человека в это время. Поэтому я рекомендую соблюдать диету. Ну, самое минимальное – это не есть трупы. Шани курирует папа-карму, негативную карму. Это означает, что он будет заставлять людей нарушать диету. Поэтому появятся какие-то тенденции, а Шани курирует глобальные процессы и глобальные тенденции. Появятся какие-то процессы, которые будут склонять людей в сторону неправильной диеты. Какие-то новые теории, какие-то новые продукты, ухудшение качества продуктов, какие-то негативные привычки в диете и так далее, и так далее. Кроме того, он будет заставлять людей употреблять больше лекарств. И последствия употребления этих лекарств, они будут приводить к все большему количеству летальных исходов. Потому что если вы принимаете любое лекарство, хотя бы раз, и к лекарству, как я все время рассказываю, прикладывается инструкция, и в инструкции одна строчка или две строчки показания и две страницы противопоказания. И внизу дисклеймер, что вы прочитали, и поэтому в случае чего жалуйтесь в парикмахерство. Вот количество употребления лекарств, какие-то новые лекарства, какие-то тому подобные вещи будут увеличиваться, что будет
приводить к смерти, а также будет приводить к смерти тех, или к ухудшению, как в лучшем случае, состояния здоровья тех, кто ранее употреблял лекарства. То есть те, кто ранее интенсивно употреблял лекарства и тому подобные вещи. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Вот начиная с февраля 2023 года по апрель 2025 для них наступает критический период. Ну, не для всех, конечно, да, и не в разной степени, но так или иначе это будет очень сложный период. То есть акцентируется все, что будет употреблять человек через рот. Возможно, появление каких-то новых лекарств, естественно, ухудшающих состояние человека. Это может быть употребление наркотиков. Дело в том, что мина – это раши, который курирует эмоции человека. Это раши, который связан с апах, вода. Вода является первым элементом, курирующим эмоции. У меня есть цикл лекций «Раса Шаста. Наука об эмоциях». Да? Там я об этом подробно рассказываю, там целый цикл лекций. Вот. И шани – это граха ограничений, граха стресса, граха, создающие проблемы. И когда этот граха входит в раши, который связан с эмоциями человека, это будет стимулировать негативные эмоции человека. В самых разных сферах жизни, по самому разному поводу. Что приведет к тому, что психологическое состояние людей будет ухудшаться. Опять-таки, в свою очередь, они не смогут справиться с этой ситуацией, потому что человек слаб, он не в состоянии справляться с большинством тех ситуаций, с которыми он сталкивается в жизни. И по этой причине он прибегает к разного рода успокоительным средствам, как тем, которые продаются в магазине, как тем, которые продаются в аптеке, так и тем, которые продаются в темном переулке. Вот употребление всего этого, алкоголя, наркотиков и тому подобных вещей, резко возрастет. По причине того, что будет акцентирован второй Бхава Кала Пуруша, потому что второй Бхава курирует все, что идет через рот, он шани своим третьим дришти будет аспектировать негативные тенденции, будет активизировать негативные тенденции, негативные аспекты, связанные с этим. Это как раз и есть нарушение диеты. С одной стороны, а с другой стороны, само эмоциональное состояние людей будет заставлять их все больше и больше употреблять там транквилизаторы, снотворное там, и просто кокаин, героин, водку и тому подобные вещи. Это очень такой важный момент. И в связи с этим, поскольку гуру, который курирует мину, в свою очередь курирует тхану, а тхану – это раши, который связан с государством, государственными организациями, государством как таковым, шани – это ограничение, это сдерживание ограничения. Поэтому государство, будучи обеспокоенным вот теми тенденциями, которые будут происходить, будет ограничивать употребление алкоголя, наркотиков и тому подобных вещей. С одной стороны, с другой стороны, это будет стимулироваться естественными процессами, происходящими в обществе.